Всем привет, уважаемые дамы и господа, это очередное полезное видео. У нас на канале было видео про то, как быстро залетать в комнаты. Сейчас мы запишем видео еще, ну, в общем, как еще один из способов, как быстро залетать в комнаты. В комнаты с наградами, в комнаты, где есть пароль. Соответственно, в первом способе была рассмотрена возможность разделения экрана на YouTube и Free Fire. Здесь же мы смотрим YouTube прямо в Free Fire, вот прямо в Free Fire. Смотрите, первое, следите за мышкой, вернее не за мышкой, а куда я кликаю. В правом нижнем углу, чуть выше кнопки старт, есть вот такая вот кнопочка Play, да, после FF, вот надпись бумажка, видите, над стартом кнопочка Play. Вот мы ее нажимаем, вот она у вас кликнулась. Тут вам рекомендуемые видосики советуют, еще что-то посоветуют. В общем, суть в том, что вы просто кликаете на видосик, и на этом видосике справа вверху есть кнопочка поиска. Вот она. И здесь мы забиваем, естественно, TK Free Fire. Здесь мы забиваем TK Free Fire, нам выдается TK Free Fire. Вот он, канал открывается. И, соответственно, здесь мы уже смотрим любой ролик. Например, вот стрим, который идет в режиме онлайн. Все, ставим, клацаем свой лайкосик, если он у нас не поставлен. В общем, ребят, в итоге мы смотрим прямо здесь видосик. То есть у нас здесь будет чат, мы его будем либо копировать, либо как минимум видеть пароль. Мы его здесь видим, нажимаем кнопку, то смотрите, вот идет стрим. Тимур произносит или пишет в чатик, да? И, соответственно, мы видим этот пароль 170531. Здесь у нас комната, быстренько в комнату и погнали вводить этот пароль. Все, на изи, вообще никаких проблем нет. Это тоже один из быстрых способов зайти, в принципе, в комнату. Вот, как-то так, спасибо. Это канал TK Spati, подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики. В общем, вот эту всю тему делайте. Канал существует только для вас и контент делается только для вас. Напоминаю, скоро очень много полезных роликов в ВК-группе есть конкурс на 5000 алмазов, есть прокачка на 5000 алмазов, где надо записаться и попробовать счастье. Вот, в принципе, все. Удачи. Пока-пока.